Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Задание дня. Взгляд в будущее. Цитрон начинает игру с двумя картами события «Чеснок». Используйте зомби с кровожадностью из колоды «Коварные пираты», чтобы сразить их. Окей, давай попробуем. Но Цитрон не так прост, как вам кажется. Это еще тот жучара. Ну, попробуем. Тем более, блин, тут чеснок у него. Так, с кого бы начать? Вот этого, наверное, уберем с тобой. Блин, ну пираты. Эй, дайте что-нибудь. Ну, трындец, ребят. Придется вот как-то такими картами играть. Что сделаем с тобой? Поставим, наверное, да? Да, поставим. Надеюсь, он не уничтожит мне этот сундук. Так, а теперь мы с тобой поставим, наверное, вот этого, да, шитика. Блин, что-то дофига пиратов. Опа, а я не могу его поставить. Замечательно. А, потому что он в надгробии. Вот оно что. Ай-яй-яй. Что он делает, ребята? Еще и под защиту ставит, прикинь. Ну, гад, а. Так, ладно, мы ему убираем здесь. Немножечко, конечно, обидно получается. Но зато мы с тобой поставим потом пирата. Вот этого. Они у нас все, да? В надгробиях, понятно. Ах ты, жук, что творит? Ну что, поехали? Ага. Защита. Отлично. Фиг тебе, да? Как говорится. И мы можем с тобой сделать еще один, как говорится, дополнительный выстрел. Давай, пират. Вот так вот. Дальше что будем с тобой делать, а? Можно позвать вот этого пирата. А можно позвать этого. И я, наверное, сделаю все-таки вот так. И вот так. Посмотрим, что у нас сейчас. Наверное, еще один кактус у него будет. А, нет. У него фонарь. Ну, понеслась. У него защита сработает. Елки ты палки. Ну, ты посмотри, что делает, а. Всю малину мне просто испортил. Хотя, ладно, посмотрим. Так, минус чеснок. Окей. Ага, даже так. Заморозка всех растений на воде. Вместо этого заморозка всех растений. Ну, давай сделаем вот так. Просто хочу посмотреть, что он будет делать. Он ставит шипастую лужайку. Конечно, минус спортсмен сразу же, да, ребят? И 4 в лицо нам. Что будем делать? Ага. Давай-ка я, наверное, сделаю вот так все-таки. Смотри, он сюда фонарь свой влепил, а? Кровожадность, я думаю, пока не стоит. Защита, скорее всего, сейчас работает у него. И он размещает стены орех. Вот упертый, а. Еще и орех, и еще и карту, ребята, взял. Ну и что теперь мы будем делать? Выставлять вот этого. И потом кровожадность. Скорее всего, так придется. Ага, кровожадность в любом случае теперь придется ставить. Поехали. Опачки. А это удача. На тебе. Захотел отсидеться. Не тут-то было. Так, у него 2 хп остается, да? Слушай, если мы сейчас с тобой поставим вот этого. Ага. Так.
блин, опасно. Короче, вот сюда я ставлю и смотрим, ребята. У нас здесь, не забывай, есть прочерк. Плюс, кого тут у нас? О-о-о! Вообще шикарно. Смотрим. Мы ему, правда, две карты подогнали. Но мне кажется, что мы вот этим пиратом... Если он его сейчас не уничтожит... Тихо, тихо, тихо. Что он делает? Смотри. Он кого-то хочет сюда поставить, что ли? Вот ушлепок, ты посмотри. Ну? А все, крышка. Ему, друзья, крышка. Все-таки мы победили. Прекрасно. Так, ребят, ну что, а теперь пойдемте с вами на ранговые бои. Опачки, мы получаем с тобой силовой орех. Замечательно. Так, нам остается совсем немножечко до 30 ранга. Разыграйте 3 баба и нанесите 20 единиц урона героями. Ага, заморозгом. Понял. Ну что, давай пытаться с тобой... А, я уже в 30 ранге, ребята. Что-то я забыл совсем об этом. Ну что, какой я гонек, ё-моё. Дай мне мой любимый орешек. Хотя, ребят, в последнее время я неплохо наказывал именно бабахом. За бабаха играл и выигрывал. Сейчас не знаю, как будет. До 30 ранга... О, в 30 ранге я еще не дрался. Будем смотреть, может быть, опять все-таки будем прорваться с тобой с помощью нашего разгрома. Ну-ка. Это ржавый разряд. Что-то тут надавали мне сразу всякого. Очень много чего ненужного, да, как бы. Угу. Допустим так. Мне кажется, у него колода будет именно на спортсменах. Надеюсь, я ошибаюсь. Ну что ты там, ржавый разряд. Хорош там думать, обмусоливать что-то. Угу. Первый ход у меня будет, наверное, на ягоде. Блин, как я не люблю, ребят, когда вот так вот долго начинает думать. Начинает думать, потом, когда начинает у него краснеть, он начинает что-то выставлять. Тянет время. Он думает, что у меня игра, что ли, глюканет. Нет, парень, игра у меня не глюканет. Слушай, мне кажется, он вышел. Мне кажется, он вышел из игры. А знаешь, почему я так решил? Потому что слишком быстро у нас вот эта штука начала копиться. Ожидание. Ну, что я могу сказать, ребят? В таком случае это будет халявная победа. Да. Это просто халявная победа. Немножко я, конечно, удивлен. Тем более там как бы кореец какой-то был. Никнейм, по крайней мере, на иероглифах у него. Ну... Как говорится, на войне все средства хороши. Ладно, давай искать другого противника. 20 ранг. Крас. И опять же ржавый разряд против вас. Ой-ой-ой. Тут что-то как-то... Ну, допустим, я так оставлю. Так, ну это уже играбельный чувачок. Что будем с тобой, орех выставлять? Или лужайку. Ага, тогда орех. Надеюсь, он его усилять не будет. Или куда-то... Ага, вот у него что есть. У него есть валунчик. Ну что же, гаденыш, ты напросился сам. Хотя, подожди, напросился, еще неизвестно. Ну, понятно тут. Так, давай-ка мы сюда с тобой грушу поставим. Опять же, неизвестно, ребята, он может сейчас мне эту грушу уничтожить. Такой вариант не исключается. Так, собачка. Ха-ха, вот как он сделал, да, значит? Ну, давай я сделаю, наверное...
Хотя, стоп. Вот так вот. Ох ты. А это хорошо, ребята. 100% будет усилять сейчас вот. А, даже всех. Вот так вот он решил. И плюс взял дополнительную энергию себе. Так, привет, как дела? Нормально. Могло быть, конечно, и лучше. Блин, почему защита не сработала, я не понял. Что нам с тобой здесь сделать можно? Ну, как варик, я могу сделать вот так. Арбуз — это хорошо. Наверное, опять крутое видео пилишь. Ну, не знаю, насколько крутое, но видосик я пилю, это точно. И поставим с тобой вот так тогда. Посмотрим, ребята, что у нас из этого получится. Не забывай, что сработает защита, а зомби получает плюс 5. Это к здоровью, да? Так, а этого превращает на 1 дороже. Опа, и заморозку еще делает, ко всему прочему. Хорошо устроился парнишка. А, песика. Слушай, вот здесь вот он немножко не прав. Почему не прав, ребята? Потому что он, ну, во-первых, все потратил. Скажем так, да? Сейчас я посмотрю, кого он поставит. Воу, даже так. Ну что же, я могу только вот так вот себе, ребят, позволить. И ко всему прочему, наверное, сделаем. Хотя ничего делать не буду. Так, а здесь у тебя кто? Такой же, да, Хламон? Окей. Ну что, понеслась? Защита. Так. Ну давай, наверное, вот сюда вот бомбанем. Эти прокачиваются. Смотрим. Ха, ничего не стал делать, да? Удивительно. Давай-ка сюда переставим. И сделаем, наверное, с тобой. Сделаем вот так. Поехали. Ну, этому минус. Так, этот доигрался. Ну, у нас тоже с тобой, кстати, 6 здоровья всего лишь осталось. Любого, кого... А, вот он как. Ну, здесь мы с тобой съедаем эту могилу, понятное дело, да? Ага. Вот так он хотел, да, значит? Плюс, ко всему прочему, уничтожаем вот этого олуха. Ну и поехали, посмотрим, что он будет делать. Ничего, тогда извиняйте. Опа, виноградина, друзья мои, выпала. Так, он поставил этого чудика, да, сюда? Это, конечно, плохо будет. Но я, пожалуй, сделаю его вот так вот. Итого 8 хп. Ребят, по-моему, будем сейчас завершать этот поединок с помощью вот этого ореха гигантского. Ага. Тогда нет, тогда продолжаем. Сделаем так и сделаем, наверное... как тут лучше сделать? Да пока никак. Ну, этому зомби крышка. Срабатывает у него защита. Ага, вот так он делает, да? Плюс вытягивает карту. Арбуз мой остался без атаки, к сожалению.
Ага, вот так вот. Ладно, что если я вот так вот сделаю? Да еще вот так вот. Понятно, ребята, он сдался. Но он понял тут, естественно. Без вариантов. Ну что, бабах пока вроде держится, друзья мои. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. Попробуем еще одолеть одну партийку. Не знаю, получится ли у нас сегодня в 31 ранг забраться. Но если постараться, то можно будет. Так, 16 ранг против меня выступает. Причем это заразительная сальца. По мне, это еще та пакость. Так что будем наготове. А видишь, что начинает? Поехали. Кто у тебя там вылупился? Оу-оу-оу. Но в принципе, ребята, в принципе, сейчас он этих чудиков будет своих плодить, да? Немножко не то. Немножко не то я ожидал. Че, бабаха сюда поставить? Ой, бабаха. Блин, я не знаю, ребят, наверное, не будем пока ничего ставить. Так, давай, выбрасывай своего. Кто он там? О, отлично. Правда, мы ему всего лишь один урон нанесли, а нам уже, извини, 4. Что, убрать это? Отсюда, наверное, да, придется? Ага, Шугар ухой стоял. Понял. Так, у нас с тобой сработала защита. Пригодится. Пузырь этот нам пригодится. О, как. Ну, давай сделаем так. Зомби получает плюс 3. А он, интересно, атаковать будет тоже 4 или... А, нет, единичку бомбит, да? Допустим. Фонарь. Вот этот на воде мне не очень нравится, ребят. Этот чудик на воде мне совсем не нравится. Погнали. Ну-ка посмотрим, что у нас получится здесь. Что-то, мне кажется, ничего хорошего у нас здесь не получится. Потому что у меня на воде растений нету. Так, он сейчас будет по мне стрелять, да, или куда? Нет, наверное, в ягоду все-таки. Понял я тебя. Так, ну здесь вариантов не очень много у нас. Вариантов не очень много. Ну, давай вот так вот сделаю. Поехали. Сейчас у нас защита с тобой сработает, кстати. Не сработало. Твою же дивизию. То, что это выпало, это хорошо. О-о-о. Понял, что творит? Поехали. Так, сделаем и вот так. Ну, у него, ребята, я понял, что есть. Сейчас вытянет, да? С неполным здоровьем уничтожает. Ну, у нас защита сработает, это нормально. Потом поставим с тобой стражника. Оставим пока. Так, ну что, смотрим, кого он сейчас вызывает. Вот даже как, да? Ну, вариантов не так много у нас. Выставляем стражника и уничтожаем. Да, уничтожаем вот этого.
Все, молодец. Расставил всех, довольный. Прям нет слов. Ну что, погнали. Так, минус. Два в лицо. Так, еще сейчас два в лицо. Итого у него 9 хп остается. Козла вызвал. И дельфина. Воу, даже как. Даже так он, да, делает. Ну, как по мне, давай, наверное, сделаем с тобой вот так вот. Это раз. Во-вторых, сделаем с тобой вот так вот. Ну и в-третьих, мы сделаем с тобой вот так. Плюс, наверное, вот так. Давай смотреть. Но не забывай, что он еще карту, ребята, может взять. Потому что сейчас у него сработает защита. А вот что за карта, пока не знаю. Посмотрим. Наносит 3 единицы урона. Окей. Минус. Ну и все, в принципе. Песенка его тут спета, это однозначно, тебе говорю. Что он такое может здесь сделать, чтобы уничтожить? Ой, я тебя умоляю. Я тебя умоляю, парень. Сделаем с тобой так. Сделаем с тобой вот так. И вот так вот. Просто хочу полюбоваться. Давай, давай, наноси, ага. У меня стражник там стоит. Ха-ха, дурила. Ну что, крышка тебе? Прекрасно. Так, ребят, очередная победа. Бабах, как ты видишь, не подводит нас пока. И нам нужно еще с тобой одну победу сделать для того, чтобы перейти на следующий ранг. Поехали. Пока картошка не проиграла, будем играть за нее. Опа. Трифиди. Как это нам достается? На ранг, конечно, немножко повыше, чем я, но тут будем смотреть, как у нас получится. Не знаю, виноградину, наверное, берем пока. Ё-моё. Ну, пипец, вот это я поменял. Вот это я поменял. Ну, вот нафига. Вот это ананас, кстати, нужно будет, мне кажется, вообще убрать. Ё-просто. Неужели у тебя спортивная колода, парень, а? Не знаю. Пока, ребят, ничего не знаю, не скажу. Ну давай, давай, Нептусь, думай, быстрее соображай. Что дальше? Угу, мне выпал орех. Интересно посмотреть, кого поставит Нептус сейчас. Хм. Давай я вот так сделаю. К примеру. У Нептуси может быть какое-нибудь заклинание. А за 2 энергии вполне. Но нет. На что-то копит. На что только непонятно. Видать, как это хорошая комба. Хм. Ну давай я вот так сделаю. Что-то Нептусь призадумалась. 100%, ребята, комба. Там светит офигенная. Правда, пока не знаю, потому что против Нептуси я очень-очень мало играю. Сейчас посмотрим, во что это все влится. Хочу поставить крахмал. Крахмал будет, наверное, стоять сзади у меня вот этого ореха. Хм. А, я не могу поставить, ребята. Тогда влепим сюда.
Сейчас должен зашевелиться, по идее. Что-то предпринять. Что-то, ребят, не то. Мне совсем не нравится вот это вот ожидание. Просто тупо пропускает ходы. Вот чего он ждал. Вот чего он, оказывается, ждал, ребята. Я теперь его понял. Поехали. Поехали, так. Ну, ореху этому крышка, конечно. Итого у него 7 хп остается. Ну, это понятно, он решил уничтожить крахмал. Вот так вот. Так, ребят, ну что? Я, наверное, сделаю... Блин, я не могу поставить. И этого, в принципе, нужно как-то убирать. Давай, наверное, сделаем с тобой вот так вот. Это раз. И, во-вторых, я хотел сделать... Что я хотел сделать, во-вторых? Вот так, наверное, сделаем. Смотрим. Блин, у него сработает защита еще. Он прячет этого... Оу! Погоди-ка, он когда появляется, он... Он же еще накастует, да ведь? Давай, сбиваем защиту одну. И он рикошет случайного растения. Орех убрал. Привет, горхострелк. Так, 7 хп всего лишь остается. Угу. Кто там у него? Рикошет. Наверное, будет убирать этого, да? Давай сделаю вот так вот. Опа. Блин. Ну и вот так вот сделаю. И поставим, наверное, с тобой еще орех. Да-да-да-да-да-да-да. Прокачивает своих этих хламонов несчастных всех. Рикошет будет крахмала. Вирус, он тебе не поможет, потому что я орехом разнесу в хламину все, что у тебя там есть. Хотя, подожди, он может... Сейчас посмотрим, ребят. Ну, этому крышка. Этому тоже, в принципе, крышка сейчас будет. Три единички здоровья. Все, ребята, выпускаем с вами вот этот шар. Шар, ё-моё. Естественно, он сейчас тут заполонить хочет все. Видишь, как делает. Видишь, как старается, Нептусь. Еще одного даже призвали, а? Ну и, наверное, все на этом. Че, ребят, будем рисковать? 6 единиц урона наносит. Он практически все потратил. Энергии у него нету. И если я сейчас выпущу этот орех... Да он уже в любом случае проиграл. Потому что смотри, даже если без ореха, уничтожает здесь, здесь, здесь. А это вот берет просто и добивает его. Вот так вот. Поэтому он уже давным-давно смотал удочки и ушел. Понимаешь, ушел. Как трус последний, вот меня бесит. Но если...
Мне тоже, конечно, много чего не нравится. И я много проигрываю где. Но вот, чтобы вот так вот сидеть, знаете, ребята, вот я не буду ничего делать, буду ходить. Пускай вот так вот он сидит и тратит свое время. Победа. В любом случае, можно было бы даже нажать здесь, вот, сдаться, и все. Ладно, ребят, это на его совести. Фиг с ним. Я что хотел сегодня, то я, в принципе, и сделал. Я, как говорится, забежал в 31 ранг. Так, подожди. Наверное, мы будем закругляться, потому что еще есть игрушки, которые сегодня должен поиграть, ребят. Вы уж не обессудьте, что коротенько получилось. Но хотя бы по рангу в день, это уже будет хорошо. Ну, а на этом, друзья мои, я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.